Ну что, заценим. Печень трески у нас натуральная, торговая марка Fish House. Этикеточка, рыбные консервы, печень трески атлантической, куски. Состав, печень трески, соль, специи, перец черный, горошек, перец душистый, горошек. Лавровый лист, произведено из мороженого сырья. Изготовитель, местонахождение, Мурманская область. Стоило в районе 160 рублей, если не ошибаюсь. За вес, масса нета 230 грамм. Консерва с ключиком. Надо чай попить. Время подошло обеда. И мы сейчас с хлебом, с маслом, с треской и чай с лимоном. Внешний вид вроде нормально. Запах тоже соответствующий. Будем пробовать. Бутер такой симпатичный вышел. Не знаю, как получается, но постоянно, когда ем печень трески, весь в масле. В общем, брать можно и нужно. Вкус хороший.